Внештатный телеоператор американского телеканала NBC заразился вирусом Эбола. Об этом сообщается на сайте NBC. Как сообщили представители компании, он является гражданином Соединенных Штатов Америки и будет доставлен на родину для лечения. Симптомы проявились у репортера 1 октября. После этого его немедленно изолировали. Имя американца пока не раскрывается по просьбе его семьи. Корреспондент Нэнси Синдерман пояснила, что благоприятным обстоятельством оказалось обнаружение вируса на ранней стадии. В настоящее время врачи проводят осмотры других журналистов телекомпании, которые контактировали с заразившимся.